Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Ходячие мертвецы. Выжившие». Так, серьезная угроза. Так, ну это я знаю, что к нашим вратам подъехала банда. Писем нет. Разработчики. Получить. Так, надо же. Что-то они тут раздают нам подарки какие-то. Береги себя. Так, мы невероятно рады пригласить всех русскоязычных и выживших. Вон так, официальное сообщество. Понятно. Так, а здесь у нас что? Опа. День первый. Получить. День третий. Несокрушимая твердыня. Здесь тоже забираем. Угу. Пропуск для выживания. Так, это получено. Посмотреть. Нет. Штукарь стоит. Так, значит, что нам нужно? Победа. Ага, победа. Победа над Дуайном. Слушайте, ребята, кстати, здесь можно как-то приближать камеру. Дайте-ка я сейчас попробую найти, как это можно сделать. Так, друзья мои, мы можем вот так вот приблизить, либо отдалить. Вот так вот это все делается. Так, ну что, нам нужно победить у Дуайна и радио. Так, бесплатные трансляции. Одна. Хопана, 100 очков опыта выжившего сражения. Все? Поздравляем. 30 звезд, медальон навыка, эпичный. И все, да, на этом? Окей. Это мы уже с тобой все видели. Так, дай-ка камеру немножко повыше поставим. Что у нас тут? Боец с шипованной битой. Курс выживания мы закончили. Так, что у нас здесь за подарки еще непонятные? Ага. Жесть какая-то. Подписаться. 1790 рублей. Такая милая, да? Чего, всего лишь-то 2000 рубликов? Нет, ну конечно, ребята, для европейцев, да, это копейки. Понимаешь, эти суммы копейки. А для нас, так как у нас доллар, извини меня, такой вот, для нас это, ну, серьезные суммы. Вот я думаю, может быть, нам попробовать напасть на него, а? Атака. Рекомендовано. 1792. У нас сколько мощей? Где посмотреть мою мощь, а? В совокупности. Не знаю, давай тогда мы с тобой вот так вот сделаем. Изучить. Изучить здесь и изучить вот здесь. И тут, подожди. Так, улучшить. Пожарная часть. Надо улучшать ее. Фиг с ним, давай. Пускай улучшается. Так, здесь мы с тобой. Угу, тут надо разобраться с этими охламонами. Поход. Бегите. Все, поражение? В плане. А, так тут мощи, так нифига себе, ребята, я только сейчас посмотрел, сколько тут мощей надо. 2,80, 2,69. То есть, понятное дело, мне сюда еще рано. Нифига, я ломанулся. Не подумавши-то, а? Тут вообще 3000. Хе-хе. Улучшить. 600 древесины, давай улучшать. Усиление города.
Так, щит мира используется. Еще 2 дня будет, да? После этого он спадает, и все, ребят. И меня начнут разбирать потихонечку. И это неизбежно. Ну что, давай, наверное, тогда нападать на Дуайна. Атака. Сколько у нас мощей? Давай посмотрим. 1530. Улучшить. Ну-ка, поход. Вон там драка у нас. Ха-ха, мы победили. Строительство завершено. Так, получить все. Посмотрите, у малявки голос прорезался. Майя, только скажи, и я снесу этому засранцу башку. Я бы на твоем месте этого не делал. Ты расстроишь моего босса, и поверь мне, тебе не стоит его злить. Твоего босса? Кто твой босс? Так, не надо, можно отменить? Не знаю, ребята, кто его босс. Не успел он нам высказать. Че себе я тут нахапал? Так, улучшить. Давай улучшать. Что еще нам можно здесь улучшить с тобой? Так, ратушу. Для того, чтобы улучшить ратушу. Так, тут опыт. Давай вот сюда вот ее сместим. Пускай она там стоит. Чтобы улучшить ратушу, нам нужно с тобой... Так, стена 5 уровня. Делаем. Так, стену улучшим. Теперь пожарная часть. Тоже улучшаем. Так, пожарка, стены улучшается. Вылечить, есть кого лечить? Пускай лечится. Так, нет, сюда нельзя поставить, да? Это у нас полицейский участок. Его... А, не хватает. А где нам взять вот этот кирпич? Убивайте ходячих... А, на карте. То есть, ходячих на карте будем убивать. И, соответственно, там у нас будут кирпичи. Ну-ка, давай-ка глянем, где у нас тут на карте. Мой город. Тут 14 уровень требуется. А я какого уровня-то? Можем мне глянуть? Я не вижу, какого я уровня. Трындец какой-то просто. Так, это у нас... Ускорить это нам не нужно. Так, слушай, ну здесь уже пожелтело. То есть мы приближаемся к мощи, к определенной, да? Мощь, это моя, да? 37 тысяч получается, что ли? Или это вообще общая мощь? Так, победить бойцов... Где они? Погоди-ка, еще разок. Вот. Вот это что ли они? А ну-ка давай-ка сделаем поиск. Атака. Поход. Вы пытаетесь прикончить себя. Враг гораздо сильнее вас. Упс, отмена. Отмена, отмена, отмена. Если улучшить. Так, общая мощь 2100. Все равно мало. Нет, так не годится. Я не пойду туда, ребят. Пока мы с тобой сильнее не станем. А чтобы сильнее стать, нам нужно, ну вот, видишь, здесь прокачаться. Давай посмотрим, может быть, что-то можем с тобой построить. День первый.
А вот это что такое? Файт. Отправь сражаться минимум одного выжившего. Так я бы с удовольствием, а как мне это сделать? Так, убейте выродков. Вот этих вот. Но тут у нас нормуль, поэтому можно сделать поход. С этими ублюдками мы должны справиться. Вот, конники, все дела, да? Забомбили. Забираем. Забираем с тобой награды. Наша армия возвращается обратно. Так, отчеты. Получаем. Получаем глину, а нам нужен кирпич. Награда. И опять же тут разработчики, да? Так, здесь у нас что? Что-то мы можем получить. Вот это что ли? Здесь написано... все. Пропуск, ребята, если мы покупаем пропуск с вами, да, мы сможем вот это все открывать. Без пропуска мы с тобой берем только вот это вот, что нам доступно бесплатно. Вот так вот. Так, ну что, выродков мы победили. Ежедневные тут еще задания, а? Вступить в клан. Выполнять ежедневные задания, чтобы получать больше ресурсов. Так, улучшить ферму до 3 уровня. Сделаем. Дом. Дом, наверное, тоже нужно улучшить. Ха. Они все заняты у меня, да, получается? Достигните ратуши уровня 8. Достигните элиты 4, чтобы разблокировать новую очередь для строительства. Так, ну один сейчас уже освободится. Этот 44 минуты будет делать пожарную часть, вы серьезно? Что у нас там по радио? Давай-ка, может, кого-нибудь завербовать можно? Что? Улучшите станцию вещания до 6 уровня. Так, до 6. Значит, нам нужна ратуша 6 уровня. Стена и пожарная часть. И то, и другое все это у нас делается, да? Ведь можно как-то ускорить за очки. У нас есть с тобой... Использовать. Все, пожарку мы с тобой улучшили. Следующее улучшение требует патроны. Так, стена, сколько там еще ждать? 33 секунды. Слушай, подожди-ка, ведь у нас где-то... Где-то есть... Ага, подожди, вспомнил я. Нажимаем сюда и смотрим. Так, хижина работника. Ресурсы. Ага, ратуша нужна, да? Больница, сторожевая вышка, защита. То есть нам нужно развивать с тобой ратушу. Есть. Так, а теперь ратушу. Вступление в клан поможет другим членам сократить время, затраченное на строительство. Автовступление. Завершено, да? Нет, не завершено. Есть. Конюшня, дом, ферма, оружейные доступна нам. Так, подожди, вот так забираем. Автовступление, блин. Мне бы хотелось бы в этот... В русский клан попасть, если уж на то пошло.
Радио. Так, бесплатная трансляция. Медаль навыка. Так, еще медали. Ого, фрагмент Лидии. 500 очков опыта для выжившего. Развитие. Еще 500 очков. Ну, неплохо. 100 очков опыта выжившего. Сражение. Так. Здесь-то у нас что? Написано было курс выжившего, но я что-то не вижу, чтобы там... 4, видишь, что-то 4 доступно. А где? Я не пойму, 4 доступных и... Где эти доступы, чтобы забрать? Не вижу. Давай, наверное, вот тут заберем. Раз, два. И пока все. Ага, достигните 40 тысяч единиц мощи. Награды тут, конечно, солидные. Солидные. Дуэли. Ратуша 12. Сильнейший выживший. Блин. Прикольно тут, конечно, дальше пойдет все. Так, а мы с тобой можем строить ресурсы. Трейлер бригадира. Так, ветряная мельница. Увеличивает производство всех ресурсов, кроме пуль. Контракт сотрудничества требуется? А где это такой контракт? Стоп. Какой еще контракт? Так, ладно, оружейное давай. Пули будем делать. Можно строить оружейную, да. Так, здесь мы можем с тобой делать пули. В оружейке. Так, это что у нас тут назначить? Так вот. Хеллоу, хеллоу, подожди, ты мне скажи лучше, где у нас... Я же оружейку заказал, они же сделали ее, так ведь? Требуется контракт. Какой контракт? Получите эти награды за первую регистрацию. За первую регистрацию в плане. Нет, друзья мои, ну это бред, бред какой-то. То есть я не могу, что ли, построить мельницу из-за того, что... Так, погоди-ка, вот здесь можно, кстати, посмотреть. То есть я не смогу построить мельницу из-за того, что у меня нет какого-то контракта? Ну это же чушь полная. Как по мне. Требуется контракт сотрудничества. Перейти. Какой, блин, контракт? Вместе мы сила. Поодиночке выжить никому. Присоединяйтесь, чтобы получить 30 дней поддержки. Куда я должен присоединиться? Вот сюда вот, подписаться? $1790 платить за это? Да ну. Но если так, ребята, дело обстоит, то я не вижу смысла дальше играть в нее, потому что я вкладывать сюда деньги не хочу, ребят. Как бы. А то, что я не могу построить то, что я хочу, бесплатно, ну это уже вообще, ребят, сверх наглость, я, как по мне. Так, файт. Отправить. Ну давай вот так вот сделаем. Так.
Let's kick some ass. Get some. We'll make those bastards pay. Fight. Так, ходячие идут. Нажмите, чтобы продолжить. Так, подожди, а что мы должны сделать? Защищать, все, понял. Ломают гады. Давай сюда, на вышку. Так, это что такое у нас? Ведро какое-то. Погоди, они... Так, давай сюда тогда поставим. Эй! Ты, блин! Вот это попадос, ребята. Вот это я вызвал. Молодец. Не ожидал. Медицинку мне завалили, прикинь. Да почему назначи выжившего на сражевую вышку? Мишон, беги. Ну, жесть. Ребят, я не знал, что они будут вот так вот все ломать. День второй, да иди ты в баню, день второй. А, это чинится все автоматически? Тьфу ты, ну тогда нормально, ё-моё, тогда можно еще. А то уж я подумал, что все, хана. Все мои эти построечки поломает. Так, что тут у нас, сбор? Так, нам, ну, знаешь, что нужно? Мы с тобой... Новинка. Какая новинка? Улучшаем. Можно я по-быренькому здесь закончу? Использовать. Завербовать. Бенджамин. Так, обучение. Скорость обучения всадников плюс 6 и 15%. Так, тут что нужно? До 7 уровня, да? Ратушу. Ё-моё, а где я столько патронов возьму вам, а? Скажите-ка мне на милость. Столько накрафтить просто невозможно. Так, давай улучшать, наверное, с тобой наши вот эти сады. Так, хижина работника. Здесь забираем награды. У нас, интересно, идет вот прокачка, то, что мы, например... Ага. Так, пожарку надо улучшать тоже. У нас идет прокачка за то, что мы, например, с тобой... Так, 6-й уровень, да? Сначала атакуйте ходячих 4-го уровня. Где же мне таких найти-то? Ну-ка, поиск. Вот, нашли. Что, погнали? Попробуем. Почему? То есть я могу только лишь 3-го уровня, что ли? Ну, давай посмотрим 3-й уровень. Сюда можем пойти. Блин, тут, конечно, меня окружили. 3-й, 10-й уровни. Ведь кто-то их валит как щепки.
Так, исследуйте быстрый темп в библиотеке. У меня библиотеки, по-моему, еще нету даже. Так, задание выполнено. Получить свою награду за курс выжившего. Забрали награду. Так, здесь-то. Так, первый день. Слушай, ну тут ничего нету. Вот тут есть, да. И инвентарь выжившего. Так, мы сундук с собой можем взять, ага. Так, что-то еще есть? Тренировочный лагерь. Повышение мощи. Так, и вроде бы пока все. А как нам, интересно, выжившего отдельно тренировать? Ну вот, предположим, я хочу, например, обучение, да? Так, сначала разблокируйте бойцов нового уровня. Ага, вот как оно делается, да, повышение? Ладно. Пошло обучение, 2 минуты с лишним. Это у нас боец с дубинкой, с шипами. А вот здесь вот что за... Ага, там, значит, ближники, а здесь у нас, получается, прокачиваются дальники. Обучаем. После этого мы сможем их только лишь повышать по уровню. То есть мы прокачиваем класс. Разные классы у нас, короче, стрелков есть. Слабенькие, потом серьезней. И самые мощные. Так, здесь закончили. Мощь строительства, да? Забираем. Так, что-то еще тут. Ага, улучшили ферму. Так, улучшить амбар для овощей до 2 уровня. Так, даже оно как-то попроще немножко, да? Когда видишь здесь задание. Так, улучшить дом до 2 уровня. Тоже, в принципе, можно. Так, амбар для овощей. Ну, давай ускоримся. Так, убейте выродков. Ну, 4 уровня я пока не буду трогать. Вот сейчас у меня здесь бойцы прокачаются. Вот тогда мы наверняка сможем что-то сделать. А пока, я думаю, не стоит даже нам выпендриваться. Производство овощей. Плюс 5%. Так, ежедневные бонусы получить. Спасибо. Сюда, конечно, бы хотелось бы расширить немножко территорию себе, но... Ты сам видишь, что там происходит. Так, сторожевая башня. Давай-ка вот здесь где-нибудь ее поставим. Что, обязательно вот тут? Так, можно строить сторожевая. Давай, давай, строй. Дом улучшим. Больничку тоже улучшим. Так, здесь уже практически тренировка закончена, да? 13 секунд осталось. Вот сейчас мы и посмотрим с тобой. Сможем ли мы как бы улучшить того самого солдата, которого мы сейчас... Так, вот он, да? Боец с шипованной битой. Заходим сюда. И... Ну да, ребята, вот мы его с тобой прокачиваем. Угу. Сначала разблокируйте бойцов нового уровня. А чтобы разблокировать, что нужно? Уровень пожарный 7 уровня.
Так, где вот нам патроны взять? Убивайте ходячих на карте, чтобы получить больше. Чтобы получить больше. Хорошо, давай посмотрим с тобой по карте. Вначале заберем здесь награды. Но мне кажется, третий, четвертый уровень — это, ребят, не для нас. Ну, там вряд ли патроны мы будем с тобой находить. Так, здесь у нас тоже завершено. А здесь, чтобы, например, получить что такое? Твою же налево, они еще сразу его и улучшают. Не хватило, да? Ну. Так, полицейский участок. Ну-ка, если мы обучение. Сейчас мы сделаем с тобой вот этих вот, да, чуваков новых. Стрелков. Седьмого уровня. Нам нужно с тобой сделать, да, его. Это здание. Патроны. Короче, я пошел на карту. Ищем с тобой. Ну-ка, четвертый уровень потянем сейчас. Так, вполне, ребята, вполне. А, тут еще вон, здоровье всех бойцов. Тут еще и прокачки же у нас есть, ё-моё. Так, улучшите ратушу до 14 уровня, чтобы менять снарягу. Так, а где у нас... Покажите мне мишон. Ага, вот она. Что нужно? Добыть больше. Чего не хватает? Подожди, чего не хватает мне для того, чтобы ее улучшить? Ну-ка. Ага, с 5 уровня открывается, да? Улучшить, подтвердить, да? Разблокировка навыка. Ну-ка. Так, мишон у нас имеет какой уровень? 8. Давай до 10 прокачаем ее. Новый уровень. Так. Это что у нас такое? Кишки наружу. В следующем раунде есть 30% шанса нанести 168% урона при атаке двум вражеским командам. Окей. Зеленый — это ерунда. Вот, Райан. Это у нас кто? Легендарный, да, или кто? Так, а этих ребят у меня нету, желтых. Я уже размечтался, ага. Ниган, Бетта. Бой, вот это уже... Кто? Я уже подумал, что этот. Нифига, производство воды. Производство овощей. Но тут охренеть персонажи-то, ё-моё, его серьезно, блин, тут целая рота. Просто жесть. Я хочу, так сказать, на самом начальном этапе. Подожди-ка, но этот же у меня есть. Так, защита всех бойцов, давай-ка, наверное, прокачаем. Угу, прокачал. Вот, могу только исследователя прокачать. Производство древесины, ну это вообще ни о чем. Ну что это, ну? Защита снайперов. Скорость обучения всадников, ну давай лучше. Да, подтвердить. Окей. Увеличение защиты всех бойцов против ходячих. Это тоже, наверное, надо прокачать нам, ребят. Окей.
Сражение с ходячими, есть шанс 40% ослабить врага, нанося. Так, давай. А это у нас в сражениях. Так, атака увеличится на 2%, а скорость передвижения на 3%. С ходячими. Все. Опыт, опыт. Очень тут быстро, ребята, тратится. Так, ну что? Я надеюсь, что у нас... Выберите выжившего, которому поведет команду. Вот так вот. Чтобы выбрать бойцов. Ох, ничего себе у нас тут. Дубинки. Слушай, дубинки, а можно мне еще помимо дубинок, например... Ага, нет. Тут либо-либо, да, получается? В поход. Как думаешь, раздавим? По идее, думаю, что да. А как вот интересно звездность повышать персонажу? Так, они идут у меня не спеша. Тут, смотри, какой-то флаг. Уже кто-то захватил, да, вот это вот? Видишь, поле. Поля захвачены, ё-моё. Или что это? Пока непонятно. Так, ну вон, смотри, видишь? Е, победили. Стой, смотри-ка, тут кто-то откуда-то идет на кого-то. Вообще мимоходом, прикинь. Так, ну что, главное, что мы с тобой здесь смогли победить, да? Нам нужно с тобой очень быстро раскачиваться. Но мне кажется, это бесполезно, ребят. Извини, если я не могу здесь построить то, что я хочу. Ага. Разведочку тут. Ну, это как, ребят, стандартные игры. Второй день. Конечно, хотелось бы во второй день пойти и побомбить их. Радио. Всадники в резерве. Это что такое вот это вот? Позволяет мгновенно получать всадников. Yes. Ого-хо-хо. Так, использовать навык. Радио. Давай. Так, медаль навыков. Фрагмент Вейна. А, вот как, ребят. Мы с тобой получаем... Ух ты. Новые выжившие. Лори. Мы с тобой получаем фрагменты. И как только накапливаем, да, например, на одного и того же. Это если мы с тобой намешом. Хотим две звезды или хотя бы первую звезду. Это нужно, знаешь, сколько на нее найти фрагментов. А так как она только в магазине приобретается... Соответственно, тебе придется... Мы же вот этого персонажа только что получили, да? Ну да. Так, улучшить. Улучшить пока не могу, но могу, наверное, обучать. Хм. Повысить не могу. 5. Я так понимаю, 5 бойцов будет обучаться за один раз, да? Так, здесь 25 бойцов за раз, а здесь 5. Пускай. А где вот посмотреть их характеристики? Вот тут показывается, но это, знаешь, такая характеристика показушная. Так, ладно.
С этим еще. Вот здесь можно, наверное, уже атаковать, ребята. Погнали. Посмотрим. Да. Победили. Эта территория теперь наша. Так, вот это все забираем. Так. Все это дело забираем. Так, а здесь у нас ремонт. Склад древесины. Склад лесоматериалов. Так, а это у нас вот оружейный, да? Где мы с тобой можем... Подожди-ка, я могу ее передвигать? Ага. Вот сюда я хочу... Нет. Дайте поставить. Давай здесь. Улучшить. Ведь именно она нам патроны делает. Ага, вот я и в башне. Вышки могу лучше передвигать, ребят. Или не могу? Могу. А что они мне тогда компенсировали мозги, что типа я не могу ничего делать? Все я могу. Да... Вот, и все, и передвигай куда тебе надо. Трындец. Вот здесь как раз на входе. Тут у нас 4 входа, да? Везде должны быть, как говорится, эти вышки снайперские. Зона открыта. Что это за... Что это мы с тобой получили здесь, а? Ну-ка. Почта. Смотри-ка, тут у нас какой-то... Это выживший или кто это у нас тут сидит? Вы обнаружили мужчину в крови, лежащего у дерева. Выглядит все достаточно серьезно. Вы подошли, и при ближайшем рассмотрении кажется, что его укусили. Не хочу умирать вот так. Почему бы тебе не оставить мне одну из твоих пушек, чтобы я смог забрать парочку этих ублюдков с собой? Послушайте, я знаю, на что все это похоже, и знаю, что жить мне осталось недолго. Вы могли бы просто пристрелить меня и покончить со всем сейчас. Но я не хочу, чтобы моя жизнь закончилась так. Позвольте мне сделать это самостоятельно. Так, как я хочу. Прошу, я просто хочу уйти достойно. Вы еще раз осматриваете мужчину, если вы оставите его, то он превратится. Дать ему пистолет. Слушай, если... А вдруг он застрелит кого-то? Нет. Давай застрелим его. Бах. Дело сделано. Мужчина сползает по стволу дерева и затихает. Вы знаете, что еще один ходячий не сможет подвергнуть опасности людей в вашем городе. Вокруг мужчины разбросаны разные предметы, которые, судя по всему, принадлежали ему. 150 гемов. Вы разворачиваетесь и уходите. Правильно ли вы поступили? Но почему неправильно-то, ё-моё? Он просил застрелиться, но... А вдруг бы он кого-нибудь из наших бы застрелил, а, ребят? Кто знает, что у него там на уме. Так, давай вот это все зачистим с тобой. Древесину все это забираем. Так, тут тоже разбирайте, пожалуйста. Так, что-то они тут как-то долго собирают. Ну, это, в принципе, с одной стороны, хорошо даже. Еда идет, как говорится, да? Это все идет. Так, дай-ка... А, тут уже собрали.
Так, почта. Что у нас на почте? А, помощь союзников. Так, мне надо в клан какой-то вступить или пока одному быть? Я с этим смогу справиться, как думаешь? Проверим. Разобрались, отлично. Зона открыта. Так, что это такое вообще? Оружейное, вот это хорошо. Еще одна оружейка нам не помешает. Все забираем, все, что здесь только есть. Так, награды. Можно вот здесь сделать разведочку, да? Пускай изучают. Так, машину разбираем, это разбираем. Лес вырубаем. Так, какой тут уровень? Как думаешь, справимся? По идее должны, видишь? У нас превосходство над ними. Опа. Зона открыта. Бар какой-то, прикинь. Бар, палатка. Так, сожгите этих мертвецов здесь. Спасибо. Так, награда. Так, что у нас тут? Исследовательский лагерь. Ремонт. Бежит, бежит с тачанкой. Почему мне его показывают именно, а? Все. Так, назначить. Скорость изучения 0,78. Так, изучить. Отправьтесь выживших изучать зоны. Давайте посмотрим, что там можно найти. В этой зоне должно быть больше сообществ. Ничего не понял, если честно, куда он поскакал. Какие-то сообщества искать. Так, что у нас тут? Так, здесь мы зачистили. Здесь идет вырубка. Давай вот это отремонтируем с тобой здание. И ресурсы с тобой соберем. Отлично. Так, бар. Что дает нам бар? Размер набега. Здоровье вашего отряда во время набега. Ага, понял. Почту нужно улучшить. Улучшаем почту. Так, мне надо разобраться с этими солдатами Дуайна. А вот здесь уже, по-моему, ребята, перебор будет, да? Видишь, не хватает. Так, а если мы посмотрим на Дуайна, где он? Вот они, да? Перейти. Да нет, 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 нет. Вот этих вот мне дадите подбить? Это же они? Они. В принципе, с этими справимся. Я не могу понять, почему я не могу, например, атаковать солдат Дуайна. Почему?
Почему мне дают всяких зомбарей, а вот тех не дают бомбить? Непонятно пока, ребят, вообще. Так, радио, что у нас там по радио? Так, бесплатные, да? 20 тысяч очков. Так, для развития выживших. Так, давай-ка здесь взглянем. Изучить. Отправьте выживших изучать зоны. То есть они как бы открывают мне зоны, да, получается? Опа, это что такое? Это что такое? Ага. Лагерь выживших. Лагерь выглядит заброшенным. Что же вы сможете здесь таскать? Пули, конечно. Слушай, это круто так вот пули-то найти. Тем более, сколько там, 10 тысяч пуль? Это я бы сказал, шикарно. То есть, видишь, мы с тобой открываем территории, да? Если что-то видим, мы с тобой можем потом пособирать. Это классно, на самом деле. А где еще ресурсы есть какие-нибудь? Вот это что такое? Сначала атакуйте ходячих. То есть, прежде чем... Ага, вот, ходячие тут, видишь, вокруг? То есть, мы должны зачистить от ходячих. Все, я понял, почему мы не могли с тобой бомбить солдат Дуайна. Вот они здесь стоят, да? То есть, ну-ка, посмотрим еще разок. Теперь я могу их атаковать. Но, как ты видишь, мы пока отстаем именно по силе. Так что давай, наверное, мы сделаем, знаешь что? Так, лучники. Ага. Так, повысить не получается. Обучаем. Так, и здесь тоже обучаем. Побольше бы тренировочных бы таких бы, да? Было бы круто, то... У нас всего лишь две, а построить больше я не могу, потому что лимит. Так, вот эту вот вышку надо, ребят, немножко отодвинуть, чтобы она не сливалась с общими зданиями. И вот эти вот тоже вышки. Вот так вот. Потому что больше уверен, когда будет на нас нападение... Будут валить через врата. Хотя могут пойти откуда угодно, не только через врата. Так, ружейка. Улучшаем. Забор этот разберите, пожалуйста. Так, вот эти вот деревья вырубаем. Так, все выжившие у меня заняты. Абсолютно все. То есть каждый чем-то занят. 9 из 9. Один освободился, один. Изучить. Пускай ходят. Вот эти, наверное, стрелочки, которые, ребята, идут. Вот эти вот. Это, наверное, тоже идут. Кто-то вот до сюда дойдет, да, получается. Так, вот это что такое красное? Ага, красное — это перевернутые машины. Опа. Ну-ка. Так. Пройти что-то мимо, непонятно чего. Так, первые три сурбинов. Раз. Развивайте быстро. Вступить или создать? А создать? 100 гемов всего лишь создать, ребят. Гемов. Так, что у нас тут? Здесь мы забираем. Окей. Так, третий день. Что тут у нас есть? Нету ничего. Тут забираем.
Чётенько. Так. Тут главное, ребята, разобраться со всем. И дальше пойдет как по маслу. Но донатеры все равно нас уничтожат. Против них, ребята, воевать бесполезно. Ну, сам понимаешь, деньги есть деньги, ребят. Как говорится, на одном энтузиазме ты тут далеко не уйдешь. Так, что нам нужно там улучшить, да? А теперь ратуша. Ратуша. Хм. А нужны патроны. Нужны патроны. Так, использовать предметы наличия. Так, перейти на карту и займите армейский лагерь. А какой армейский лагерь я должен занять? Давай, например, я пойду сюда вот. Сперва победите ходячих. Каких ходячих-то? Это не ходячие. Хм. Вот этих, что ли, нужно убить? Блин, я все равно еще пока слабый. Улучшить. Это бесполезно улучшить. Так, добыть больше. Не надо ничего добывать больше. Просто улучшим его и все. Подтвердить, да. Разблокировка навыка. Все, кончилось. Счастье. Что-то тут как-то слишком мощно вокруг меня, блин. 10-й, 11-й уровень, 14-й уровень здесь. Так, заменить выжившего. Не надо мне ничего заменять. Может быть, нам стоит подраться на второй день, а? Ходячие идут. Так. Вставай сюда. Давай, здесь. Пробились, да? О, только не говорю, что они сейчас... Башню, ребят, сломали. Выживший в пиде у меня. Ну. Есть. Трындец. Да, это офигенные риски. Ух ты, фрагмент розиты какой-то. 700. Бесплатно можно что-то тут. А, у меня 1200 коинтов этих есть. То есть я могу найти, да? А, это только один фрагмент на него. Ёпарасоте. Красавчик, молодец. Выгодно-то как поменял, да? Нет, 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 я хотел изучить. Зачем ты бежишь-то сюда? Пускай бегает, открывает зоны. Так, ну что, ресурсы идут, древесинка идет, все идет. Все вроде бы великолепно.
улучшить. Теперь не хватает кирпича вот этого вот. А мы можем, знаешь, как сделать с тобой? Вот так вот. Так, 7-й уровень, а у нас какой 5-й? Что там? Хм. Амбар надо прокачать, ё-моё, тут... А чё с древесиной-то? Куда мне древесина-то все кончилась? О, её вообще не осталось. Так, свободы у меня сколько там? 3, да? Точнее, 6. Пускай вырубает тут все вокруг. Все, все заняты. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!